Всем привет! Мы находимся на улице. У нас минус 10 на улице. Холодно. Сегодня пятница. Сейчас Данька должен прийти из школы. Там в Москве. А мы здесь. Сейчас поедем, погуляем, покатаемся. Сережа сегодня чистил площадку. Вот, видите, как почистил. Хорошо. Когда с Ричем гулял. Так, я сейчас говорю в микрофон. Вот к камере подключила вот такой вот микрофончик. И хочу посмотреть, как будет звук. Лучше, хуже, что вообще будет. Ветер? Да. Ну вот я посмотрю. Ой, ветер. И вообще руки у меня замерзли, так что покажу вам, что с нашим снеговиком стало. О! Вот. И все. И буду выключаться пока. Маша дома что-то там заказала, вот, и сказала, что пришлет мне видео, что там у нее происходит дома. Так что я вот сюда вставлю, что у Машеньки в Москве происходит. Ну, у нее каникулы, как, я думаю, уже все знают, до конца этой недели, а дальше опять институт. Поэтому сейчас она отдыхает. Всем привет! Смотрите, как она лежит, отдыхает. Да, Ася, хорошо тебе лежать. Хорошо. Удобно, да? Скажи, удобно. Я заказала, только что привезли. Это обложка на паспорт с мумитроллями. Это учебник по корейскому языку. И это карточки с корейскими словами на разные темы. Вот, значит, с одной стороны написано слово, например, ластик, а с другой стороны предложение с этим словом. Стирать ластиком. Китай и китаец-китаянка. Теплый шарф, завязывать шарф. Ну и так далее. В общем, очень-очень много карточек на разные темы. Мы в Медыне. Вот здесь какая-то музыка играет. Там вот стоит памятник. Его не видно. Вот призывают пройти вакцинацию. Кстати. Заходили вот сюда, в торговый центр «Магнит», купили колу. Сейчас попьем. Не хочется. Угу. Не люблю такую погоду.
буду. На холм. Здание вот какое-то стоит. Туда можно подъехать поближе, посмотреть, что это? Как там люди на сьерах живут, еще не понимаю. Вот снегоуборщиком там чистят. Нафиг, я потом бы дернул, дал бы в первый же день. На северах-то? На северах еще не знаю. Этим людям нужно памятник поставить, 7 причем. Реально, как там можно жить вообще? Как сейчас показывают, минус 50. У нас вон минус 10. Ну нафиг. Да уж. Ну, как раз я говорил, можно жить только до Урала. В Российской Федерации. А после Урала там вообще жить нельзя. Там непригодные земли. Вот смотрите, человек чистит снегоуборщиком дорогу. Вот, и у него одета маска на лице. Зачем ему маска, когда он там один? Один вообще в поле. Воин. Это до вот этого доходит маразм. Ну, и слов нет. Да, зачем ему маска? Никого, смотрите. А когда в очереди стоишь? Да. Бываешь, маску не одевают. Да, или а одевают, вот так, надо, да, или одевают, но на нос не надевают. А ну, тут это капец просто. Человек. Ну, это на нос. Да, так я говорю, тут на нос, в магазине на нос не одевают, а здесь на нос одет, и он один ходит там в этом снегу. Может, чтобы снег не попадал в лицо. Знаю. В общем, все это очень странно. А вот это здание какое-то старое. Там крест, не знаю, может, это какая-то церковь. Старый. Вот, так что вот так вот в масках у нас снег. Нет, на него снег-то не попадает, я не знаю. Да. Снегоуборщик. Туда-сюда снег. Снега... перекидывает. Снегоотбрасыватель. Угу. Раз, два, три, елочка, гори! Загорелась! Новый год! Загорелась, как видео, помнишь, когда елка загорелась? Это сегодня кучело, получается, Жень? Пятое? Четвертое? Нет, февраль. Сегодня пятое. Сегодня пятница, пятое. Да. Удобно в этом месяце. Первый это был понедельник, вторник это второе число, ага. А сегодня пятница, пятое число. 5 февраля, друзья, елка. Стоит. Когда звезды уже разобрали елочки. А тут стоит. Молодцы! Давайте до 1 мая дотянем. Да. Она горит, интересно? Наверное, горит. Горит. Это местный мэр прикалывается, да? Да. Пускай стоит. Праздник продолжается. Угу. А вот дедушка Ленин. Вон дедушка Ленин. А, ну... давай его. Так, вот ну... культуры. Ага. Подключим здесь. Едем. Дедушка Ленин, а? Вот так вот мы катаемся. Кстати, тут многие в масках ходят даже на улице. Хотя у них, наверное... Здесь тут даже уборщик, на снегоуборщике в маске ходят. Это что-то говорит? Да, но при этом... Это все мэр. Да. А при этом заболевших, мне кажется, что много, нет, наверное. Городок небольшой. Медынь. Вот магнит. Тут магнитов этих очень много. Да. Церковь, церквушка. Блин, какая кожаная церковь. Угу. Такая все покрашенная, красивая. Вот так вот мы и катаемся. А топливо ты будешь дизельное заправлять или тоже заправить? Нет, мотор. Ну что с ним кататься? Ну вот, правильно. Кататься, покажи. Москва, Калуга. Я поеду на Москву или на Калугу? Не знаю. Куда надо-то? Хотели что-то купить в магните, перекусить. Что-то ничего нету. Только колу купили сейчас, чтобы попить. Верный. Кстати, из Медыни я узнала, что есть магазин Верный. Помнишь? Да, я вообще не, были, да. Да, я вообще не знала, что такой магазин есть. Это потом около дома у нас Верный открыли. Помнишь, когда я работал в компании Orbit, помнишь?
Все магазины, которые были в Москве сетевые, я все знал. Угу. Все. В каждый сетевой магазин заезжали там все это. Жвачка Орбит. Да. В свое время было. Работал пару лет. Ну да, не только магазин, еще и аптеки. Аптека Ригли, да? Тоже. Но в основном сетевые магазины, конечно. Все сетевые магазины. Да, не было верного. Поэтому после этого, когда мы с тобой попали в Медынь, о, нифига себе, куча-то нового магазина. Сетевой. Так, ладно, едем дальше, катаемся. Вот мы приехали. Доехали. А, доехали? Доехали. До Малоярославца. Какая церквушка впереди. Да, впереди будет церквушка. Тут так интересно, на дереве была такая табличка прибита, прям на дерево. Красное-белое и стрелка туда, куда-то. Туалет там, да? Да. И на это было очень странно выглядело, к дереву прям присобачили. Прям очень серьезно для такого магазина сетевого. Да. Сейчас доедем до церквушки, которая впереди. Это даже не церквушка, это церковь такая большая. Да. Вот мебель стоплит. Я как-то был здесь один раз. Даже с бабушкой твоей, с мамой твоей. Налоговую нас вызвали. Что-то хотели. Что спросили? Говорит, свободно. Я не помню, что там было. А, я помню, да, тогда вы ездили. Блин, ну сюда перлись. А вот смотри, красное-белое. Да, сюда перлись по времени, сколько? Да, они что-то сюда, задали вопрос, и все. Да, ну хорошо, типа. Нормально, блин, вообще. А позвать нельзя было спросить? Угу. Так, конечно, из Москвы сюда ехать. Ну. Не ближний свет. Такой дом, и главный флаг России. Два даже флага. Да. Ну, по всему городу скорость 40 ограничена. ЦИПа. Сеть магазинов ЦИПа. О, дом сгорел. Да. Какое-то погорелище. Чудо-мебель. Ну и название у них. Такие города вообще, вот такие смешные названия делают. Чудо-мебель. Чудо-мебель. А может, как было в Одессе? Мобилочка. Да. Хрустик. Хрустик. Коллеги. Вот, а вот там еще, видишь, смотри, церковь такая большая. А, да, тут одна, вторая церковь. О, смотри, звонит. Колокольня это. А вон и... церковь. Что-то церковь красивая. Обалдеть. Да. Нежно-голубая. И купола синие с золотом и золотые. Такая вот церковь. А здесь главное окно закрыть. Надо же, я услышала, а через окно плохо слышно было, да? Что да, оно... вообще не, почти не слышно. Я даже не слышал, а ты говоришь. Да. Я слышала, но ну, как мы попали-то. Тут что-то строят. А позже мы когда были тоже в Волгограде? В Волгограде, да. Там, да. Около родины мать. Да. Спускаешься чуть-чуть. Ну, с этого холма. И там вот как раз это да, тоже церковушка. Колокольный звон. Ага. Звонить в колокола начали. Там дети танцевали. Да, помнишь под долго, него? Да, прям, ага. Очень красиво было. А у нас видео есть же. Да, где-то есть. Это, по-моему... А, там еще не на YouTube не выкладывали, мы только-то начали снимать. Mm. Для себя мы снимали. А вот твой вечный огонь, что? Да, сгорит.
Смотри, бабушка... А, нет, это женщина с пакетом ЛДПР. Ага. Откуда, интересно, такой пакет ЛДПР? Местные бойцы пошли. Угу. Люди гуляют с санками, из школы кто-то идет. Почта России. Вот такой вот городок. Так, что тут такое творится? Буксует, буксует, смотри, буксует. Угу. А там вот просто... Вот такая пробища, ничего себе. Так вот, видишь, техника ездит. Снегоуборочная. Горячий хлеб. Смотри, магазин горячий хлеб. Ага. Тут только хлеб, интересно, дают. Шаурма уже есть. Опять магазин ЦИПа. Угу. Наверное, какой-то сетевой даже. Магнит, магнит у дома. Здесь аптека. Здесь аптека. Пятачок. Пятачок. Я не могу. Куда идем мы с пятачком? Магазин пятачок. Газовые плиты из Белоруссии. Это что, знак качества, что ли? Может, людям нравятся плиты из Белоруссии. Фест. Вообще рассыпа, смотри. Цыпа. Надеюсь, понятно. Мир автомасел. Все, мир у них. Вино Гросснап какой-то был написано. Это уже какие-то современные дома, да? Вот это вот. Нет? Жилье. Это вчера в ТикТоке я крутил, я выскочил. Мужик такой едет по Сочи. А там вот это новый квартал. Прикос. Нет, как он сказал-то? Ну, смысл в чем? Ну, вот смысл в том, что, в общем, он проехал, говорит, вот квартиры тут такие дешевые, однокомнатная квартира 1,5 миллиона. Он говорит, ладно, нашел в интернет, нашел этот квартал, сделал запрос, мне там позвонила какая-то девочка, я сделал запрос, чтобы мне прайс выслали квартиру. В общем, двухкомнатная квартира 12 миллионов. Да. Ку-ку. В Сочи квартира 12 миллионов. Вот Адлер. Там далеко от этого парка. Так, а мужик-то откуда взял такие цены? Ну, да я знаю. Так вот слухи и распространяются. Дешево, дешево. Дешево, да. 12 миллионов. Угу. Ну, каком это квартира? Как в Москве. Даже дороже. Даже дороже. Не, ну, смотря где в Москве, конечно, тоже. Не, ну эта цена вообще неадекватна. Она говорит, быстрее покупайте, потому что вообще раскупают, берут по 5 квартир, это Сережа, сваливают. Это Сережа так сказала. Да, вот да, это она мне говорит, скорее покупайте, потому что сейчас еще будет ажиотаж. И еще вот сейчас вот уже начинается движение. Сейчас в мае, как люди будут приезжать во всей России, и все поскупают. И вообще нужно инвестировать, чтобы купить квартиру вот по такой цене сейчас за 250 рублей квадратный метр. А продадите потом вы его по 450. 250 тысяч рублей за квадратный метр. Ну да, 250 тысяч квадратный метр. Тысяч рублей. Вот, в общем, мы говорили, что надо срочно покупать. Уговаривали Сережу. Ага. Я не знаю, кто там кинется покупать по 13 миллионов квартиры. Я хочу смотреть на тот, кто в это вложится.
Кому ты потом понимаю, продашь? Что я сейчас есть ажиотаж на фоне пандемии, на фоне того, что сейчас кредитная ставка по ипотеке 6%. Но это мнимое поднятие цен. А все равно опустится. Но кто будет квартиру стоить 12 миллионов? Нужно быть всем больным. Угу. Ну хорошо, ты вложил деньги. Ну как ты потом продашь-то? Нет, да, если ее сдавать, так ты не отобьешь все равно эту сумму. Это года пройдут, еще ее ремонтировать надо, все. А если как бы потом будешь продавать, то не знаю. Вряд ли оно будет очень расти. Это люди, которые сейчас в это врюхаются, они потом потеряют. Еще надо посмотреть качество этих квартир, потому что сейчас застройщики такие, идет, что быть. Бывает, что застройка не очень. Оно выглядит, может, красиво, а если это, да, эконом-класс, типа, то получится, что будет слышимость такая, вон как мы, вроде дом хороший, вот в Адлере, где мы снимали, все хорошо, да. Но слышимость такая, что слышно. Сверху ходят, видно, все слышно. Поэтому, не знаю, это надо все проверять. Вот смотрите, какая Рекс. Электричка. В общем, кто хочет, покупайте. Я не советую покупать. Не, ну дело в том, что, понимаешь, просто, как мы вчера и говорили, что ну за 12 миллионов ну дом можно купить. Дом можно на юге. Купить. Зачем вообще тогда двухкомнатная квартира? Не понимаю. Я понимаю? Как инвестиции, я тоже не понимаю. Но это же вымышленное сейчас. Это просто сейчас то, чтобы поднять, и они просто подняли цену. Да. То есть сейчас, конечно, пандемия, многие захотели квартиры и все, но ведь пандемия закончится. Так, сейчас ставку вот сделаешь 6%. И ставку, да. Она же все закончится, эта программа, и не будет больше. Конечно. И самое интересное, что, понимаешь, ну вот я еще понимаю, если однокомнатная, она стоит дешевле, чем дом, ну понятно, люди там, ну, 2 миллиона купили однокомнатную и все, дом все равно за такую сумму не купишь. Но когда тебе говорят 12, 13, 15 миллионов, то зачем? Две комнаты все равно мало. Нет, ты понимаешь, сейчас уже получается строительные компании зашибают бабки. Да. Эта квартира раньше стоила 3 миллиона, ну 4 миллиона, а сейчас 12. Да. Вот сейчас прибыль они имеют. Еще и людям эту лапшу на уши добешивают. Берите, давайте. Да. Ага. Потом продадите через год-два, ага. Потом они хрен ее продадут за такие деньги. Конечно. В общем, вот такие дела. Ладно, мы сейчас выключимся, то много уже получается. В общем, вот такой был малый Ярославец. Заехали мы в Макдак. Собачка какая. Вот, Макдональдс. Макдональдс накормит всех. Да. Вот, так как в магазине ничего не получилось у нас купить, ну, мы взяли здесь. Значит, вот эти вот биф-роллы. И там два чизбургера это домой, два Royal Deluxe. Нам нравится вот булка Royal Deluxe, она вкусная. Вот, это дома перекусим. Все, а вот эти вот биф-тестерол мы сейчас, наверное, поедим. Тут что-то какое-то столпотворение, не знаю, мы сюда-то когда ехали, вон, пробочка. Это Обнинск. Пробка в Обнинске. Угу. Получается, мы сейчас... В Обнинске, да, в Макдональдсе? Да. Вот, в общем, нам осталось купить топливо. В принципе, мы едем домой. Время у нас уже 5:30. Покатались так хорошо. Я к Дине уже уленился, да? Угу. 5:30, а еще светло. Да, светло. Да. А раньше в это время уже было темень. Каждый день все ближе и ближе. Весна, потом лето. Да. Я понял, помнишь, были раньше календарики такие, нужно было отрывать. Угу. И там были циферки. Заход, восход, и сколько день увеличился? 2 минуты. 3 минуты. Угу. И смотришь, так, на 2 минуты уже день длиннее. Хорошо. Да. Так, зеленый загорелся. Поехали. Так, подъехали мы заправиться, ну не заправиться, а дизельным топливом заправиться. Вот, дизельное топливо у нас сегодня по 47.30. Вот что-то много машин стоит. Стоим, они не уезжают. Вот сейчас этот уже отъедет. На кассе вон там, да, скопились люди. Холодно, все приехали за дизельным топливом.
Да, не, ну вряд ли. Уже минус 11,5. Знаете, включу ее басту. Угу. Сиди, грейся. Мы уже давно дома. У нас время 11 часов вечера. Вот сейчас только что Сережа пришел с Ричем с прогулки. На улице очень даже холодно, минус 11 градусов. Вот. И такой у нас сегодня был денек. Поездили, покатались, побыли дома. Сейчас будем смотреть телевизор, отдыхать. Может, там монтировать влог какой-нибудь. Ну, а на сегодня наш день окончен. Так что всем пока, всем хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите нам комментарии, вопросы. И всем пока. До завтра.